Я, как обещала, помните, не так давно у нас была тема пляжа, и я обещала вам из отпуска привезти тот самый пляж Макао. Кусочек пляжа Макао. Кусочек пляжа с самолетами, и все-таки засняла его, поэтому все внимание на экран, друзья. Селфи-утро. Всем привет, это селфи-утро. Я нахожусь на острове Пхукет в Таиланде, и, как обещала, буду снимать репортаж о самом-самом известном пляже, пляже с самолетами. Сзади меня находится аэропорт. Вот здесь вот пляж, а вот там вдали приземляются и взлетают самолеты. Посмотрим, как это выглядит. Сзади меня табличка «Опасность». Это значит, что здесь находиться на самом деле не следует. Самолеты поднимают огромные слои пыли, когда взлетают и приземляются, но посмотреть на это уж очень хочется. Ребята, они отчаялись и ушли, но мы все еще надеемся увидеть крутые пассажирские самолеты. На твоей голове только что пролетел самолет, как ощущения? Знаете, вот такие ощущения, с одной стороны, это такой самолет, я могу спать, а с другой стороны, это просто... Вот он летит, летит. Офигеть! Ну что ж, как оказалось, аэропорт Майкао в Таиланде – это не байки для туристов. Действительно, самолеты взлетают над головами, но сегодня, к сожалению, они только приземляются. Поэтому, друзья, запаситесь терпением, запаситесь селфи-палками, и тогда у вас получатся вот такие фотографии. Селфи-утро.